Так, вот что сегодня мы с бабушкой сделали. Я вскопала всю вот эту территорию около забора вот этого. И бабушка пересадила сюда какие-то цветочки, которые там кто-то передал. А я собрала веточки, очистила их там от всяких листочков, маленьких веточек. И постараюсь потом попозже, когда все немного приживется, здесь сделать такой плетеный заборчик. Надеюсь, что получится и веток хватит. Дядя Игорь здесь покосил травку, поэтому здесь так уютненько. Сегодня у нас очень тепло, солнышко светит. Красота, в общем.